Так, и небольшой рассказ. Значит, сейчас сегодня редактировал вот этот сборник Hendrickson Jazz Guitar. Вставил туда все аудиозаписи, то есть CD, и в итоге получилось, что он занял всего 6,5 мегабайт, это 30 с чем-то страниц, сам сборник, и CD-диск все уместилось. И качество изображения вот такое хорошее получилось, благодаря тому, что начал использовать, сейчас уже доделал код, который удаляет все эти островки кластеров, то есть шум с нот, и второй код, который сглаживает вертикальные и горизонтальные линии.